Приветствую, это канал Максимадзе, и у меня очень плохая новость для вас. Моя видеокарта начала приказывать долго жить. Сейчас вы увидите все сами. Вот, это GTA Vice City Definitive Edition, и сейчас вы все сами увидите. Во-первых, видите, какие проблемы с текстурами тут пошли сразу. До этого ж такого не было. Давайте начнем миссию, например, вот эту. Давайте катсцену пропустим. О, видите, подвисло даже все. Пропускаем катсцену сейчас. Ну, лимузин этот нельзя пропустить. Так, давайте возьмем другую тачку, почему бы нет. То, что у меня видеокарта начала подыхать, это сказал Лёха, и не исключено, что он прав. Он говорит, что это только начало еще. О, пошло дело. Вон, камера плохо начала крутиться. Здесь, видите, текстуры очень мыльные, они не могут прогрузиться очень быстро. Вон, особняк Диаса не может прогрузиться. Вон, камера теперь не крутится. Крутится очень медленно. Вон там текстуры какие, вы видите, тоже. И подвисает все. Вы видите? Хренатует все. Ну ладно, текстуры. Текстуры это не так страшно еще. Но страшно кое-что другое. Сейчас вы сами увидите. Страшно то, что из-за этих проблем просто миссия не работает. Просто не проходится миссия. Сейчас вы сами поймете. Здесь в этой миссии нужно замочить босса банды. И там куда он приедет, там должен появиться катафалк и целая куча этих солдатиков из гаитян. Или гаитянцев, как там правильно их называть. Но мы должны подъехать на ту розовую точку. И смотрите, тут никого нет. Они просто не появляются. Тут просто не появляется никто. Тупо не прогружается никто. Но это пока что, по крайней мере, происходит только когда включена какая-то потусторонняя программа требовательная, вроде того же бандикама, который нужен для записи видео. Если ничего не открыто, тогда нормально все. Тогда все прогружается, но текстуры иногда тоже подглючивают. Это началось вчера утром. И как раз таки из-за этого я вчера и не записал видео. Мы записали CSGO с Лехой. Там она тоже подлагивала из-за этих проблем, но все же было играбельно. Видите, вот видите, в чем проблема. А, стоп, подождите, она прогрузилась. Она только сейчас прогрузилась. Она прогрузилась, просто очень медленно. Точка должна была стать вот этой вот желтой. Вот, все, вот они появились. Так, вот как вот их. Давайте постараемся их замочить. О, замочить их получилось. Но босс все еще жив. Так, теперь можно сваливать отсюда. А музыка где? Музыка должна была проиграть. Только сейчас проиграла. Короче, вы сами все видели, какие проблемы.
из-за этой видеокарты происходит. Не знаю, как, почему она начала помирать. Прошло всего лишь 2,5 года с момента ее покупки. И я понятия не имею вообще, как она так могла устареть и начинать помирать. Леха сказал вообще, что эта проблема... Он даже рингтон не звенит. Леха говорит, что это только начало. Что чуть позже оно будет еще сильнее тормозить, а потом умрет совсем. Единственный выход — это купить новую видеокарту, а нормальная видеокарта сейчас стоит 1050. А я на мели сейчас полностью почти. YouTube мне не платит деньги, как я уже много раз говорил. Просто отказывается монетизацию подключать. И вообще непонятно, почему я нарушения все устранял, им все равно пофигу. А теперь еще и с видеокартой проблема. Короче, это очень сильно повлияет на канал. О, наконец-то. Это очень сильно повлияет на прохождение GTA Vice City, и вот эти остальные части из трилогии придется откладывать, походу, надолго. Надолго. Это также повлияет и на другие игры, похоже. Но на моды, на соседа это не повлияет, так что можете тут радоваться. Но вот на более требовательные игры это точно повлияет. Собственно, такой вот был ролик, довольно-таки грустный. И на этом все. Я вам показал, что у меня не так. Всем спасибо за просмотр. С вас Лайкос Подписос. С меня эпичные видосы. Подписывайтесь на стримский канал, вступайте в группу ВКонтакте. И всем пока.